Привет, друзья, с вами Кирдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Рафт. Мы с вами остановились на том, что посадили первые наши деревья. Первое дерево, так будет правильнее. Вот, и с помощью него мы, конечно же, будем с вами... А, это мусор ловится. Будем с вами пытаться выживать и максимально приводить в автономность, скажем, наш плод. То есть мы будем иметь свое дерево, это как бы не шуточки, если что. Так, мы плывем немножко в кривом направлении. Мне сказали, кстати, проверить штуку. Я не знаю, насколько это будет рабочим. Как видите, нас несет немножечко по диагонали. То есть вот в этом направлении. И мусор появляется в этом же направлении. Соответственно, мне сказали попробовать. Если развернуть наш, собственно, парус по прямой. Вот. И если мы будем с помощью паруса ускоренно плыть в ту сторону, будет ли мусор появляться прямо перед нами? То есть по... стороне, в которую мы направляемся. Посмотрим, как это будет работать и будет ли вообще. Так что проверим. Нам что нужно? Нам нужно доставить... Нам нужно куча дерева, да. Нам нужно доставить... А, стоп, я доставил уже. Тогда нам нужно поставить вторую просто место для наших деревьев. Так, я кокосов до сих пор не вижу, слушайте. Вроде такая балда выросла, а кокосов нет. Так, акулы, иди нахер. Да, поставим, в общем, второе место для деревца. И в целом нам останется сделать еще удочку, мне сказали, проверить. И говорят, что очень полезная вещь. Блин, реально, что ли, начал спавниться перед нами? Я только, по-моему, чуть-чуть в бок иду. Сейчас вот так. Оп. Сейчас проверим, как мусор уплывает. Мусор как-то в бок обходит. Так, сейчас проверим, чтоб однозначно было. Так, поймали какую-то дичь. Да, мусор вроде спавнится перед нами, удивительно. Замечательно, мы тогда будем больше мест, надеюсь, находить. За счет того, что будем плавать таким своеобразным образом, мягко говоря. Так, дерево. Дерево у нас всего лишь 11 единиц. Нам нужно либо его хватать своими же ручками, точнее крюком, либо же надеяться на то, что он попадет сам к нам в сеточки. Хотя нет, подождите, мусор, по-моему, по диагонали появляется все так же. Хотя... Нельзя точностью сказать. С точностью нельзя. Хорошо. А во что нам обойдется удочка? Удочка требует 8 веревок. Мне, кстати, говорили, что можно навести на веревку и нажать плюс. Боже, это реально работает. Спасибо вам, большие люди. Видите, как вы мне сэкономили кучу времени просто. А то я пока переключусь, пока туда-сюда. Это ж никуда не годится. Так, у нас еще моллюск есть. Я до сих пор не знаю, правда, как его использовать правильно, но что-то придумаем. Так, сербни. Налей, залей. Сербни. Налей, залей. Так, стоп, дорогуша, ты далеко не уходи. Успел схватить на такой скорости. Уже хорошо. Нам бы как-то да. Я бы вообще, наверное, замедлился, чтобы это все поймать. Ну ладно, не будем обращать внимания, ресурсы сами к нам придут, что бы мы ни делали, и как бы мы в этом плане не напрягались. Так что, не забываем об этом. Так, сожрать. Вот только бочечку я сейчас, наверное, хапану все-таки. За бочки мне обидно будет. Так, и доску еще сюда можно? Так, бочка слева нас обходит и справа нас обходит. Ну, можем, кстати, не дотянуться. И хопа! Да ладно. Лёль. Стоять. Эту затарабанил. Стоять. Отлично. Отлично сработано, слушайте. Сколько досок? 15. Хорошо, смотрим, что нам нужно для нашей посадочки. Грядка требует веревку. Стоп, куда ты убежала? Веревку, гвозди и шарнир. Стоп, у меня шарнир в ящике, по-моему, лежит. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это true story. Сейчас проверим. Я, кстати, смущает немножко, что меня акула не ест. Давайте, наверное, пока что перекроем. Мусор это, конечно, или нет. Нет, продолжай двигаться в том же направлении. Продолжай двигаться. Ночь, я, кстати, еще должен был проверить, что у нас дает кровать. Дает ли она нам возможность проспать всю ночь? Чтобы не тратить свое драгоценное время. 3 гвоздя потратить. Не хочется. Так, шарнир где у нас? Шарнир, давай иди сюда. Come to mir, my liebe friendly. А, стоп. Я ж не забрал это. Нет, не говори, что я застрял, пожалуйста. Нет! Фу, боженьки. Самое страшное в любой игре, это тупо застрять. Так, где у нас семена? Семена давай сюда вместо металла. Так, залазим. Дрестим. Грядочка готова. Закидываем ее сюда. Неправильно закинул, не послышалось. Мне из-за паруса, кстати, не видно часть территории, это очень плохо. Мы ее, кстати, можем смотреть, как выдвинуть. Она совсем на краешке может стоять. Ну ладно, я уже начал так близ ставить. Пусть так и будет. Так, семушку закинули, и нужно это добро полить. Ну, добро полить, и сейчас удочку заодно проверим. Блин.
Да твою мать, дай пройти. Нет, 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 нет. Хорошо. Мне сказали, как это, да? Есть щит. Как бороться с акулой. Если она уже слишком долго долбит, то сначала подбегаем, чиним блок, а потом бьем акулу. Лайфхак. Рафтовский, так называется. Так, собрали, посадили, теперь нужно полить. Давай, расти красиво. Почему сбор воды, когда наоборот полив? А кокосов я таки не вижу. Слушай, я, по-моему, дождусь момента, что оно просто высохло. Так, это просто просвет. Да, пока что не трогаю, ладно. Пока что оставлю в покое. Так, металл давайте со стакой. Металл я вообще возьму с собой. Картофана у меня что-то слишком много. Меня это настораживает. Моллюска я пока что скину. Давайте удочку тестить. Я не уверен, что просто мы с удочкой сможем... Как этот мусор меня огибает? Хорошо, я не уверен, что мы то, что словим на удочку, сможем поймать. Вот в чем дело. Так, закинули. Как вообще процесс ловли у нас происходит? Нет. Не происходит у нас процесс ловли. Может, нам наживка нужна? Не, глупо бы было. Матерь божья, я сразу что-то поймал, да? И что это у нас за хрень? Так, забери удочку, все нормально. Это у нас можно сразу съесть, но я к такому не готов. Ага, положили рыбку, закинули доску. Сейчас посмотрим, сколько у нас это дает. Где-то пол сантиметра, ну, может, 7 миллиметров. На нашей градации голодухи. Стоп, стоять. Нет, я не так увидел, блин. Я не так увидел, тихо. Я думал, что оно, наоборот, слишком далеко. Да ладно, чуть-чуть не дотянул. Ладно, бочка, хрен бы с тобой. Там еще одна плывет, правда. Давайте чуть-чуть вот сюда. Буквально чуточку, акулу уйди. Я хочу увидеть, сколько нам рыбка даст. Есть ли с нее профит? Кстати, удочка довольно быстро ломается. Это надо учитывать. Там бочки есть? Не вижу, не вижу. Мне нужен фонарик. Мне нужен однозначно фонарик. Иди сюда, иди сюда, мой хороший. Что-то как-то ночью очень странно видно воду. Очень странно. Так, вернись на исходную. Так, исходная. Почти что. Нам нужно ориентироваться вообще по ветру. В смысле, ветер туда дует? Чего? Так, Intermediate Survival мне дали ачивочку. Хорошо. Я тот еще выживала. Так, ладно, рыбка готова. Готовый морской лещ. Хо-хо. Схава и леща называется. Он дает как та же картошка, по идее. А картошки у меня тонна. Не знаю, насколько профитная рыбалка получается тогда по факту. Давай клевать будешь? Клюй, дорогуша, я пока дзыркаю. Что это было? Мимо клюнул или что? Ладно. Параллельно нужно дзыркать, чтобы были острова. Потому что нам очень много, оказывается, нужно песка и глины. Я бы даже не подумал, что нам столько пригодится. Давай. Так, а вот это вот что-то новое. Это селедочка. Так, убрать. Селедочку закидываем. Досочек сюда. Картофанчик пока не трогаем, пусть лежит. Нам, кстати, попить надо. Давайте чуть-чуть сербнем. Нам нужен второго уровня опреснитель. Нам куча всего надо, в общем. Все, как всегда, через жопу немного. Сюда залить. Что-то мы как-то опять мимо мусора проплываем. Меня это не радует. Давай вот так по диагонали. Так, досочки есть. Вон две... Две бочки сейчас надо вообще вот так встать. Давай. Опа! Так, одна есть. Вторую мы сейчас тоже заберем. Хоба, на. Стоять. А, она ж не двигается, точно. Точнее, она не в том направлении двигается, тихо. Нет, она нас покинула, жаль. Так, меняй направление обратно. Просто хренач, как боженька, прямо. У нас все равно как-то выходит, что мусор как будто бы огибает нас. Не мы его, а он нас. Вот что мне не нравится. Надо чуть под углом, наверное, взять. Во, вот сейчас вроде бы то, что нужно. Так, с этим разобрались. Сама полка, мы ее продвигаем, не продвигаем. Мы там, в принципе, вместим еще одну постройку, на котором у нас будет расти кокосовое дерево, но пока что нет нужды. Вообще, надо еще попробовать манговое посадить. Так, остров, стих. Разворот. Ветер куда дует? Ветер туда дует. Остановочка, подожди. Погоди. Так, ты стоять. Забираем.
Забираем. Боже, там не только остров. Там низкий остров и рядом еще и, собственно, полезная вещица. Так, давайте аккуратненько вот так вот. Правильно двигаемся? Правильно двигаемся, но довольно быстро. Надо с этим аккуратнее. Пошел нахер. Не отдам тебе сетку. Говна кусок. Так, тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Не забываем, что мы движемся. Так, починили, хорошо. Так, чуть-чуть еще. Давай, дорогой, сейчас все заберем. Главное, лестницей правильно подстроиться. Смотреть на флажок, куда он вертится. И от него отталкиваться. Я сначала переживал, что флажок окажется абсолютно бесполезной херней. Но не тут-то было, как вы можете заметить. Так, тихо, еще чуть-чуть. Все, по идее, полный стоп. Я мог бы, конечно, кабанчиком сгонять, но я буду хитрожопей. Продолжаем двигаться по диагонали. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Стоп. И что здесь? Камни, хлам, доски, веревки. Окей, ничего против не имею. Мы, кстати, движемся, да? Мы чуть-чуть движемся вправо. Соответственно, мы должны, наверное, чуть вот так сделать. Что это был за звук? Я надеюсь, это просто тонет причал. Так, еще раз проверяем. Мы все равно движемся вправо. Хорошо, если вот так. Не совсем могу определить, по-моему, еще движемся. Мне кажется, ли ветер меняется? Ой, шторм, не гони, нет, волны, угомонитесь, пожалуйста, не сейчас. Вот, сейчас не двигаемся, то есть просто направляемся в нужном русле, все, я понял. Давай, чуть-чуть сдвигаемся вправо. Буквально чуток. Мне кажется, ли ветер начал менять направление? Ёпперес, это как я с такими волнами на остров залезу, алё? Вы чего? Поспокойнее можно чуток? Ёшкин, матрёшкин, да прекратите же, а? Так, все. Ч-ч-ч-ч. Меняй направление в сторону ветра. Мы тормознулись, да? Блин, нам надо переждать шторм, короче. Я так не смогу на остров залезть. Так, готовая сельдь. Иди ко мне, моя дорогая. Иди ко мне, проверяем, что ты нам дашь. Ясно. Ясно? Понятно. Так, закинуть, забрать. Забрать, закинуть. Пусть готовится. Мы сейчас подождем и залезем на этот остров все равно. Так, картофан сожрать. Давай еще попьем чутка. Пресной воды сёрбнуть. Беда в том, что я в шторм могу не услышать акул. Вот за что я переживаю. Больше всего. Так, дерево проверяем. Мне кажется, на нем кокосы не должны появиться. Но уж слишком долго оно тогда растет, получается. Не, ну, в реале, конечно, оно прошло еще дольше. Но тем не менее. Так, мне кажется, мы все равно движемся. Алло? Не надо так? Давай чуть-чуть. Не надо двигаться. Сейчас проверим. Пока меня просто вроде бы волны качают. Харещо. Меня немного, правда, косит от того, что елозит меня туда-обратно, ну да ладно. Так, этот есть. Сейчас проверим. Сейчас надо встать на одну точку, ее запомнить. Смотрим прямо. Да, меня сносит. Меня очень активно сносит, но мы можем это предотвратить. Мне напомнили, что когда мы гребем веслом, мы можем грести назад. А это очень важная хрень. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Не отдадим мы остров. Отплыл? Вроде отплыл. Вроде бы хорошо. Так, где у нас якорь? Я еще хочу штуку проверить. Если мы якорь поставим на втором этаже. Это опять же идея из комментариев. Это я сам не придумал, я слишком тупой для этого. Вот, это идея из комментариев. Если мы, к примеру, поставим сюда якорь. Его никак отсюда не смогут забрать. Но мы им сможем якобы пользоваться. Вероятнее всего, скорее всего. Так, давайте чуть вправо-влево сдриснем. Я тебя понял. Нет, удочка, иди нахер. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять. Так, вот это я зря. Так, мы держимся, держимся. Ох, нихера нас затопило. Наши все бочки, все должно было уплыть сейчас. И потухнуть все костры, на самом деле. Если бы это было логично, конечно. Так, это сюда. Раз, два. На прожарочку, картошечку обычную. Давайте гумцать. Ам-ням-ням, гага, вкусняха. Так, у нас здесь из готового больше ничего нет.
Ждем, пока распогодится. Что нам еще остается делать? Боже, я не знаю, сколько времени прошло. Но шторм еле-еле только закончился. Но меня волнами очень неплохо так отмыло. От нашего острова еще и походу меня развернуло. Я могу ошибаться, конечно. Но ощущение такое есть. Тихо-тихо-тихо. Что ж ты делаешь? Так, стоп. Направление ветра. Просто держись на плаву. Ах ты мразь. Промазал. Пошел отсюда. Ломать ты мне тут будешь, понимаешь ли? Бляха, у меня досок нет. Ёпперсете. Так, сейчас надо экстренный скос сделать дерево. Очень сильно надеюсь, что с него будут кокосы. Доска. Деревья. Ой, деревья, листья. Доска. Листья. Доска. Доска. Нету ни семян, нету ни кокосов. Все понятно. Второе дерево оставляем. Так, здесь тогда подлечить. Раз, два. И гребем в сторону. Раз, два. Так, стоп, не падай. Давай, 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 греби, 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 дорогой. Давай, все хорошо. Нам главное на плоту зафиксироваться возле острова. И все будет чики-пуки. О, там еще мусор плавает, кстати. А, вот так. Только, бляха, мы с той стороны, наверное, не залезем на него. Обидно. Давайте, волны, подугомонитесь, пожалуйста. Не надо вы нам сейчас. Да, я походу разверну, слушайте. Я походу таки разверну. Ладно, сейчас попробуем. Посмотрим, как получится. Получится ли вообще. Так, чуть-чуть вперед давай. Откорректируем наше положение. А, туда запрыгнуть я, скорее всего, смогу. Мне кажется. А вот оттуда куда-то запрыгнуть, это уже вряд ли. Так, мне надо попить пока что. Так, пресной водицы раз, навернули. Так, что-то под островом есть. С трудом видно, но, наверное, что-то таки есть. Так, давай, может, нас еще чуть-чуть подразвернет в нужном направлении. Так, сейчас чуть-чуть сюда. Еще чуть-чуть. Прибейся, хорошо. Все, погнали. У меня, правда, топору жопа скоро, но... Опа! Есть! Так, бананасы. Бананас есть. Дальше, бананас есть. Тут какая-то херь. Так, манго стоит. У этих есть кокосы? У этих кокосов не видно. Если что. Соответственно, и у наших, наверное, быть не должно. Так, семечко самое главное. Сам кокос мы забрали. Ты далеко отплыл? Да, он в бок отходит. Вот в чем проблема. Давай, 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 давай. Здесь как-то пальмы быстрее собираются, чем у меня. Мне это не нравится. Честно скажу. Давай еще манго соберем, пока топор не сломается, и все. Мне показалось, что он бросил топор только что. Так, ну с боженькой. Хоба! Поплыл, 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 поплыл. Ай, больно. За жопу кусь-кусь меня. Не надо так. Освобождаем это чудо. Пусть плывет, куда его дорога ведет. Так, берем вот это чудо. Сажаем вот сюда. Мы его еще подрастим. Так, сюда его посадить не могу. Ананас я могу сюда посадить? Я его могу только съесть. И сюда ананас не котируется, да? Ладно, давайте сожрем ананас. Жаль, что нам семечки не выпадают, чисто как лут. Было бы тоже неплохо, мне кажется. Так, обожрались на халяву на острове и поплыли дальше. Поплыли спокойно дальше собирать ресурс. Так, кокосы тоже давай, взри. Раз, два, замечательно. У меня еще одна семка была. Оу, ананасовые семечки, я только сказал о них. Посадить ананас, посадить ананас. Замечательно, я надеюсь, что мы перестанем тратить дерево на картофа. Блин, только сказал и дерево забрал, ну. Раз, два. Надеюсь, перестанем и будем чувствовать себя счастливыми. Так, здесь досок не хватает, закинь. Пресная водичка. Полить. Соленая водичка. Залить. Все, готовьте. Ну, пока меня все радует. Пока меня все радует. Бочка, правда, где-то в сраке. По диагонали все появляется. Сволота такая, ну. Давай, меняем направление. Направление, чтобы мы двигались прямо. Давай, бочки хрен с ними. Сейчас переспаун произойдет. Все будет хорошо. Прощай, островок. Ты оказался, конечно, бесполезный по факту, но тем не менее.
Ну, вот честно говоря, мне кажется, что это дерево уже выросшее, то есть полноценно. Оно больше тех, которые мы встречали на острове, но тем не менее, кокос я с него не получил. Обидно, что сказать. Что еще сказать? Так, удочку пока что пусть валяется. А, где у нас металл? Камни. У меня, кстати, якорь был, я не знаю, что его не использовал. Но это ладно, про запас будет. А, я же хотел проверить, якорь можно поставить сверху или нет. А, хитрожопая херня, нельзя его сверху ставить. Но было бы идеально. Честно, ёпперс, это что меня так шатает? Угомонитесь. Остановитесь. Мне кажется, или мусор продолжает по диагонали спавниться? Дай бог, мне кажется. Так, сколько нам требуется на новый топор? 4 веревки. 4 веревки, 2... Он такой дешевый? Я почему-то думал, что это прям сверхдорогое удовольствие. А нет. А нет. Так, давай сюда. Все, нахоботили. Так, проверяем еще раз, что нам не хватает на последнюю. А, где у нас, грядка. Дерева не хватает, веревок не хватает. Гвоздей не хватает, шарнира не хватает. Но, как вы знаете, шарнир просто так на полу не валяется. Его нужно найти на плоту. Либо, конечно же, скрафтить. Шарнир. По-моему, он был в крафтах. Шарнир есть, он требует железный слиток. До свидания. Намек понял. А с печуни мы остановились на том, что там нужно куча ресурсов, да? Сейчас я соберу. Проверяем печуню. Твою мать, мразь. Нет, отломит. Фу, не отломил. Стоп. Разворот, назад. Полный назад. Стоять, сволота, как мне до тебя добраться? Так, греби. Движемся к нему. Движемся, иди ко мне. Мне сказали, его надо штырхать копьем, чтобы получить мясо. Мясо есть. Стой, слишком близко. Мясо, ни хрена себе. И голова, и еще мясо. А, все, больше мы с ним ничего не получим. Он утонул. Он, к сожалению, утонул. Неплохо. А голова что? Куда делась акула? Хорошо троллируешь. И что с ней делать? Не говори, что мы ее тоже можем приготовить. Я буду в ахере, мягко говоря. Так, акулу забирай. Это мы пожарим, так и быть. Там еще дерево есть? Есть. Сырое мяско раз, сырое мяско два. Она очень хорошо восполняет голод. Так что пусть будет. Так, это пока оставляем. А, стоп, у меня шарнир есть. А где его хотел использовать? А, еще грядку хотел поставить. Грядку, но мне гвоздей не хватит. Нет металла, даже в ящиках, да? Даже в ящиках нет металла. Ждем тогда пресловутые бочки. Что они нас, собственно, спасут. Что они нас могут спасти. Так, это говнецо я не полил, кстати. Где у нас водичка, пресная водичка. Залезь, полить. Расти большой, не будь лапшой. Так, ну, кокосов я здесь точно так же не вижу. Опять шторм, опять все очень плохо. Опять все очень плохо, еще нагнетающая музыка. Все как надо, в общем. Эту грядку, я думаю, я потом делитну вообще. Когда у тебя есть ананас, ее сдать кокосы как-то... Ой, кокосы эти, картоху. Вообще глупо. Так, шарниры, это, конечно, хорошо. Вот гвоздей нам не хватает. Этот есть, якорь запасной у меня есть. Я не починил то, что он раздолбал. О, другое дело. А, движемся опять в потемках. Нихера не вижу, что перед нами. Вижу пластик какой-то. И все. Все остальное усыпано просто мусором. Хотел же я попробовать, кстати, кроватку сделать. Что нам не хватает? Ой, листья у меня до хера. Сейчас. 2 секунды, погодите, пожалуйста. Так, 6 досок уйдет, пластик и гвозди. Дорого. Позволяет спать ночью и лечить больных друзей. Передав кровати, также добавляет здоровье. Not bad, она постоянная или нет? Вот что меня интересует. Так, развернись вот здесь, чтобы мы как бы под навесиком спали. Положить себя. Да, я проспал ночь, найс. Замечательно, не знаю, что по здоровью, но ночью я проспал. Ананасы уже выросли. Я, правда, не знаю, могу их уже собирать или нет. Наверное, да. Давайте доску сюда закину, сюда. Что-то ресурсов нет, вот что меня смущает. Жаль, что за ночь не собирается все, что мы, собственно, могли бы найти. Так, там вижу какой-то мусор, но ничего цельного, важного. Есть. Сожрать. И в этот раз семки я не получил. Ну что за паскудство? Как же ж теперь жить? Опять на картофане, что ли? Это никуда не годится. Так, попить у нас есть? Есть. Давай, серп не молясь. Залей новый. Ни черта не вижу, ни мусора, вообще нифига.
А, мы же на месте стоим. Боже, я дебил. Я просто дебил. Все нормально, не удивляйтесь. Так, а если я сейчас лягу поспать? Невозможно уснуть днем. Ну, то есть, когда идет шторм в дождь, ты уснул, а просто уснуть днем невозможно. Я тебя понял. Вопросов больше нет. На этой, на канистре спит. Красавчик. Просто красавчик. Так, стоп, на чем мы остановились? Печунья требует доски. А, сухой кирпич, 6 штук, да. Вот в чем вопрос основной. Даже не гвозди, даже не хлам металлический. А именно проблема. Окей, ждем, ожидаем. Так, я принял решение все-таки смириться с тем, что нас не кисло так сдувает в бочину. Пошел нахер, говорю. Вот, смириться с тем, что нас сдувает в бочину, потому что нас сдувает не просто по диагонали, а мы уже идем чуть ли не боком, вот в этом направлении. Как я понял, лут все равно спаунится очень коряво. Если мы начинаем плыть быстрее, мы еще не успеваем его собрать, поэтому пары задействуем только в действительно важных моментах и случаях. Сейчас же мы просто плывем, я увеличил немножко область, как она называется, сейчас надо еще одну сетку только сделать. Веревка есть, гвозди нет. Кма-кма. Надо еще бочки. В общем, изменил, собственно, положение данных наших сеток. В принципе, нам это поможет, так как мы как раз идем по диагонали. Поставим здесь еще одну сеточку и вот здесь. И пока что это будет идеальная схема. Потом, если что, переместим. Мне кажется, это будет просто бомба. Иди сюда. Так, две бочки вижу на плаву. Нам нужно найти хоть какой-нибудь металл, иначе мы пропадем. Мне кажется, кстати, реально, что это конечная стадия роста дерева. Ну, просто больше невозможно просто. На острове мы тоже не видели кокосов, но кокосы с них как бы появлялись, понимаете, да? О чем я? Нас, по-моему, игра просто подтачивает к тому, что мы все равно должны будем появляться на островах, как бы там ни было. Молодцы мы или нет, но появляться на островах никто не отменял. Тихо, иди сюда, иди сюда. Тут, кстати, выходит, что я гораздо больше лутаю, когда мы плывем по направлению, которое изначально задано, так сказать. Так что будем по этой тактике идти, твою мать, нет, не будем. Так, ладно, весло есть, сейчас бочки заберу, потом туда поплывем. Там тоже могут быть и шарниры, и металл, и все, что хочешь. Хорошо, заберу эту бочку тогда и сваливаем. Давай, 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 ну. Пожалуйста, быстрее. Так, я пока сербну, наверное. Сербнуть есть что? Есть, спасибо. На тебе бонус. Так, иди сюда, дорогой. Ня! Хорошо. Все, меняем направление в бок. Воп, 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 воп. Давай, 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 не стесняйся. Еще. Нам нужно еще противостоять ветру, который нас толкает. Еще. Ровно идем. Молодец. Красавелла. Еще чуть-чуть возьми. Я тебе пока хелпану. Раз. Два. Три. Еще чуть-чуть давай. Раз. Два. Три. Все, теперь мы в нее точно упремся, как бы там ни было. Так, хорошо, хорошо. Насобирали мы дерево прилично, но железа нет. Железа как не было, так и нет. А, мать твою, там еще и остров, серьезно? Там не остров, там просто какая-то загогулина по центру. Не понял. Шутку не уловил. Так, давай чуть сюда. И мне нужно тебя затормозить полностью. Полное торможение. Молодец, забирай, текай. Так, болт нашел. Найс. Болт это прям красавчик. Так, топись быстрее, пожалуйста. Мне нужно вот туда теперь плыть. Я не знаю, что там за загогулина. Что это был за звук? Что-то у нас трещит. Так, хорошо. Тебя оставляем. И ты сейчас должен плыть как раз в нужном нам направлении. Нет, не совсем. Не совсем. Ветер чуть сюда дует. Значит, нам нужно исправить направление. Так, не настолько. Вот сюда чуть-чуть. Так, досточки давайте тоже в кармашек пока падайте. Так, мы движемся, да, в нужном направлении. Нам главное вовремя теперь остановиться. Так, хорошо, с этим понятно. Рыба у нас еще есть, рыбу пока жрать не будем. Сюда кинем досточки, пусть прошкваривается. Так, а здесь что, у нас ничего нет? Доска, лол, там серьезно ничего нет. Подстава, однако. Я думаю, что там должно быть много песка и глины. Я даже не верю в то, что там должно быть много песка. Иначе я себя буду неловко чувствовать. Так, вот это у нас дольше всего растет. Ну, слушайте, вообще никакой разницы не вижу. В общем, когда они вырастают до самой высокой метки, то можно их, собственно, уже собирать. Так, вижу там мусор, вижу рядом бочку. Сейчас готовимся к торможению. Надо все время иметь весло, потому что веслом удобнее все-таки немножко подгрести, нежели парусами вот это тудым-сюдым вознякать. Так, давай копье у меня поломанное. Юп, пересеты, юп, пересеты.
Копейка, ты где, ты где, ты где? Есть. Так, стоп, резкий разворот. Так, мы куда плывем? Мы не туда плывем. Нет, 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 вот сюда. Противостояние ветру, тихо. Мне нужно, чтобы ты полностью замер на месте. Да, у нас почти это получилось. Оу, май гад. Я прям сейчас над камнями нахожусь. Интересно, интересно. Давай поближе чуть. Акула, пожалуйста, вот сейчас только не мешай. Давай договоримся с тобой как-то. Так, я на всяк пожарный вот так сделал. Так, может мы просто... Под нами что-то прям интересное есть. Да, под нами есть растения разные. Так, надеюсь, ты не уплывешь. Так, здесь, да, есть металл, здесь куча всего. Тихо. Пошел нахер отсюда. Так, он меня один раз куснул, мне говорили, что у меня будет время. Так, тихо, что это, что это, что это? Скажите, что это не камень, пожалуйста. Это камень, найс, нам это не нужно. Здесь что? Ой, что-то слишком быстро меня укусил, слушайте. Падло такое, а? Все хп мне сбил почти. Он должен был по четверти выносить, как так вышло? Собака проклятая. В общем, как всегда, все назло. Здесь есть ресурсы, но здесь есть акула. Нам нужно ее либо убить, либо дождаться, пока... Вот я об этом и говорил, да. Нет, 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 нет. Уплыла или сдохла? Уплыла. В общем, нам нужно дождаться, пока она докоцается до определенного уровня и, собственно, ее убить. Тогда у нас будет определенный промежуток времени, когда мы сможем спокойненько поколупаться в... Днище, так сказать. Ух, нихера, как четенько брысил. Поэтому, в принципе, по ресурсам я без проблем могу здесь дальше продолжать находиться. Немножечко только периодически отгребать в бочину. И все. И никаких проблем не должно быть. Правда, вот эта мразь мне не даст жизни. Так, сейчас попробуем по-другому. У нас хп вообще восстанавливается? Да, постепенно самовосстанавливается. Сейчас, 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 вансек, вансек, вансек. Сёрнуть. Мне нравится, как он боссами ногами такой. Топ-топ-топ-топ-топ. Быстренько побежал. Забрал. Так, готовая жрачка. Забрать, съесть. Так, хорошо, хп мне точно на один удар хватит. Так что можно не переживать. Иди сюда, я тут. Так, я в него трижды попал. Сейчас вылазим опять. Такая музыка сразу как-то. Не очень, не очень. Так, где ты? Я нихера не вижу. Сейчас ночь, мы вот поспим. А вот ты где, да? Иди сюда. Я не могу в него попасть, когда он на меня не агрится. Лол, что, я по нему что ли попадаю, что он от меня уплывает? Не может быть, что я такой меткач, от бога. Так, поспать можно? Нет, наша полностью потемнело. Стемнело, точнее. На в рот, лол, его можно просто отгонять, тыкая ему этим, копьем вратяцкий. При этом еще и наносить ему урон, задумайтесь, да? Дабл вин, по идее. Мы движемся, да, в эту сторону, я понял. Если мы чуть-чуть сюда возьмем... Нет, мы все равно движемся. Плохо. Так, поспать дайте мне. Не дают мне поспать, сволочь. Иди сюда. На в рот. А, второй раз не успел ударить. По идее, если вовремя успевать поворачиваться к этой мразе, то мы ее можем наковырять как надо. Найс, заснул. Проснулся с якорем в руках. Такой, чё? Что я здесь забыл? Как я здесь оказался? Так, греби назад. Так, сейчас лопата еще поломается, да? Против течения грести это самая моя веселая такая, это, развлекаловка. Обожаю просто. Так, давай, 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 давай. Вот здесь у нас перед этим камнем было то, что нас интересует. Так, вернулись, замечательно. Давайте сёрнем водицы. Топ-топ-топ-топ-топ. Выпили, налили. Вылили, налили-ли, 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 товарищи. Так, шныряем. Где ты, мразь? Я тебя вижу. Ныряй, ныряй, ныряй. Где он делся? Он меня игнорирует, что ли? Странно. Непонятно, странно. Так, мне надо чуть-чуть дальше проплыть. Тут довольно большая глубина. Под островами все-таки мы на меньшей глубине работаем. Не могло, конечно, показаться, но сам факт. Мне так кажется. Вот, видите, здесь это только камни, а вон снизу, где нам нужно колупаться. Так, копье в руки. Где мразь? Покажись. Покажись, говна кусок. Его нет, лол. Ладно, давайте быстро шерстить. Так, осматриваемся, осматриваемся. Так, это, походу, песок. Надеюсь. Это глина.
Ах, твою мать, я знал, что ты в этот момент подплывешь с волота. Так, мне главное не задохнуться еще при всем при этом. Было бы идеально просто. Так, подышали. Мне вот не нравится, что он из темноты выплывает. Давай. На! Эй, в смысле? Я ж тебе в рот тыкнул. Ну, блин, так нечестно. Я огорчен. Ты ему в рот тыкаешь, а ему хоть бы хны, ну. Я так не играю. Серьезно. По самые гланды ему зашло, а он, падла, меня кусанул таки. Фу, противный какой. Так, это мы хоть глину взяли, да? Или это какой-то песок извращенный? Это глина, а нам как раз, по-моему, песка не хватает. Сейчас, у нас где-то валялось. Да, у нас 3 единицы глины теперь, но песка нет вообще. Короче, не буду я здесь задерживаться, не нравится мне на этой глубине работать. Ничего личного, глубина. Ничего личного. Так, давайте срубим тогда деревья эти. Гляди, фартанет. О, пальмовое семечко. Уже фартануло, можно сказать. Еще семечко, хорошо фартануло. Доска, пальмовые семечки. То есть чисто ради дерева. Кокосов я с них не получу. Я так понял. Так, запоминаем основной пучок, где должны быть кокосы, должен находиться выше веревки. И тогда все должно пойти по маслу. Так, что мы имеем? Да, кокосов нет. Это что? Мусор поймали, да? Да. Так, кокосов у нас нет, зато у нас куча семечек. Это закидываем. Дорогуша, можно пресный сёрнуть чуть-чуть. Ай, зачем я? Ладно, мог 2 сразу полить. Так, держи водицу. Давай соленый. Сюда, давай соленый. Сюда. Так, с этим разобрались. Мы движемся, да? Да, мы движемся. Да, мы движемся. Ветер еще сильнее изменил направление. Да что ж ты будешь делать? Парашненькая ситуация получается. Товарищ, напасть на меня не хочешь? Слушай. Там, кстати, была у нас эта акулья наживка. 2 рыбы, 2 веревки. Недорого, кстати. Недорого, но можно поймать и съесть довольно вкусную акулу. Так, давайте я еще заберу акулье мясо. Так, акулья мяско сюда, акулья мяско сюда. Давайте я вам еще досочку подкину, молясь. Так, с этим разобрались. Болт и шарнир, я думаю, мы пока что можем закинуть. Камни тоже. Мне нужен еще один ящик. Лол. Кто бы мог подумать, да? Что мне пригодится еще один ящик. Вот это мусор. Это мусор, я уже по привычке думаю, акула и начинаю дергаться просто, как дикий. Так, веревки есть, гвоздей нет. Ни сетку не сделать, ни хера не сделать. Так что расчет у нас теперь только на бочки. Только на родные наши бочечки. Так, давайте на них сейчас тогда и сконцентрируем внимание. Твою мать, что ж вы меня пугаете? Сколько у нас, кстати, ящик стоит? А, у нас хранилище нормально. Хлам. И тут хлам. Что ж вы за мрази такие? Везде нужно железо. Так, иди сюда. Что за звуки постоянно ливочные какие-то? Алло. Не надо так. Так, хранилище в виде маленького куска говна. Я уже бегу. Так, копье сломали. Ты ж при смерти. Как ты до сих пор жив вообще? Ты мне объясни, мразина такая. Я тебя уже пердохаю, бог знает сколько, а ты все еще жив, ну? Я тебе в рот натыкал, туда натыкал, а ты, блин... А ну иди сюда. Иди сюда, говорю. Так, тихо, не подплываем к нему. На в рот. На в бочину. Эх, не дотянулся. Скотыняка такая, ну. Жизнь он мне портить удумал. Так, давайте еще одну бочку. Металл поймали? Нет, металл не поймали. Не то сделал. Иди ко мне. Тыц-пердыц. И деревяшку забей. Хорошо, 2 хлама есть. Юпи! Мы можем сделать еще одну сеточку. Но пока что не буду, наверное, тратить. Пока что оставим это здесь. Так, ну что, ребятки, делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Всем пока-пока.